Сезонная дорога в направлении деревни Вампугало села Былина – последняя, которую специалисты ввели в эксплуатацию на территории Нижневартовского района в этом году. Она делится на несколько частей. Первая ледовая переправа проходит через протоку Вартовская Обь и соединяет Нижневартовск и деревню Вампугал. Вторая – через протоку Чехланей между Вампугалом и Былина. Специалисты проверили качество и толщину льда на сезонной дороге и определили допустимый пропускной тоннаж. На сегодняшний день в Нижневартовском районе открыты все ледовые переправы межмуниципального значения, то есть все автозимники, включающие ледовые переправы, сегодня действуют. Максимальный тоннаж на 27 число установлен до 20 тонн нагрузка на ледовые переправы. Переправы находятся в удовлетворительном состоянии. Все меры безопасности на переправу соблюдены, посты выставлены. Актуальную информацию по допустимому тоннажу и состоянию ледовых переправ можно получить в единой дежурно-диспетчерской службе Нижневартовского района по телефону 41 13 34 41 13 32.